ИБ рынок, в частности, научился тому, что не бывает тех новых продуктов отечественных, которые были на Западе. То есть западные продукты, они, естественно, на голову выше некоторых отечественных, обладают лучшим функционалом, скоростью и так далее и подобное. Нельзя сделать отечественный продукт за один, за два, за три года, вот, чтобы он работал так же. Поэтому здесь, с одной стороны, ожидания клиентов, они, понятное дело, не будут оправданы, но с этим, к сожалению, такая ситуация, что с этим приходится жить. И это та реальность, которая действительно существует. Вот. Ну, нашу компанию научил этот год тому, что, в принципе, мы движемся в правильном направлении. Курс на импортозамещение мы уже года 3 или 4 до этого принимали. И, в принципе, к этому направлению шли, к этому были готовы. Ну, не знали, в какой момент это может все случиться и как это может случиться. Вот. Но, тем не менее, уход западных вендоров на нашу компанию, он сильно не отразился, не сказался на нас. Потому что в нашем портфеле было порядка 30%, это вот западных вендоров. И тот ажиотаж, который произошел уже ближе к лету, естественно, позволил нам не только перекрыть прошлый год, но и получить достаточно большую прибыль. Та ситуация, которая на рынке есть сейчас, она может как улучшиться, так и ухудшиться. В зависимости от того, что произойдет в мире, что произойдет со специальной военной операцией, в какую сторону все повернется. Потому что те санкции, которые западные страны, западные компании накладывают на Россию, ну, там есть еще потенциал, и, к сожалению, этот потенциал, то есть можно и заблокировать те же самые айфоны, те же самые радиопередающие какие-то станции и так далее. То есть здесь, на самом деле, вот гадать на кофейной гуще, что произойдет, но все мы оптимисты, вот, и надеемся, что все будет прекрасно, и к 2025 году, если не целиком, то большинство компаний все-таки перейдет на импортозамещение, перейдет с какими-то мозолями, с какими-то болями, но в конце концов это должно заработать. Но на самом деле, действительно, это возможности колоссальные. Освободилась куча ниш, продукты стали востребованы, те продукты, даже которых не было. Мы воспользовались ситуацией, сделали и зарегистрировали его в реестре отечественного софта архиватор, но, опять же, не простой архиватор, а который можно совмещать с DLP, можно прокачивать свою DLP-систему. Ну, здесь я подробно не буду на нем останавливаться. Это первое решение. Второе решение – это железячное, то есть это то, к чему, куда мы вообще, в принципе, даже не смотрели, но рынок сказал «надо». Мы сделали, и более того, это все решение работает под Астрой. Я думаю, это коснулось всех, да, в том числе и нас. Та же самая наша инфраструктура, естественно, была построена с использованием западных продуктов. Мы сейчас ее перестраиваем. Понятно, что целиком мы все равно перестроить не сможем. Может быть, это даже где-то и не нужно. Но боремся, как все.